О спорте. Хоккейная Сибирь победила в сибирском дерби. В Омске новосибирцы обыграли местный «Авангард», но исход поединка все равно лишил команду шансов побороться за первое место в Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы проявили характер, смогли отыграться, пропустив две шайбы подряд, но только победа в основное время оставляла им шансы на лидерство. В итоге все закончилось в ничью, а победа по буллитам принесла гостям только моральное удовлетворение. Независимо от результатов последнего тура, «Авангард» гарантирует, останется выше всех на Востоке, Сибирь обеспечила себе третье место. В очном противостоянии по итогам чемпионата равенство у каждой команды по две победы. Победой мы довольны, конечно. Упустили мы возможность, да, побороться за первое место. Но это, наверное, было не сегодня мы сделали, а в предыдущей поездке, когда мы смогли взять только одну очку из шести.